Всем-всем наидобрейшего вечера. Это что это, Ляль? На Радульку. Сказала, пугает Радочку. Ты чё, Лялюша, ты посмотри, какая милаха. И ты же милаха. А Лялюшка, а зачем ты так? Говоришь. Такая Ляля, ты же у нас самый добрый Ляль. Я думала, ты ее убаюкивать будешь, спокойной ночки говорить. А ты... Ау-ау-ау. И он чистится. А это что ругается ребенок? Вы посмотрите, маленький, а суровый воин, а? Нельзя ругаться. В нашем доме никто не ругается. Ну, феи только можно. Феи все можно. Сидите, посмотрите-ка. Ну-ка, нельзя ругаться. Нельзя маленький, хороший ругаться. Хвостом сейчас махал хвостом, да. Бегучка, наругай своего сына. Что это он ругается еще такой? Мальчишка такой, ругалкин маленький, а? Возюкалки. Все, пора угоманиваться. Вот Лялюшка молодец. Лялюшка готова ко сну, да? Даже вон ворчит на всех. Да, маленькая девчонка такая. Скажи, я тоже рычать умею. Я трусиха, но иногда как рыкну, как гаркну на всех, да? Все боятся Лялю, да, конечно. Ну, пусть так подумает девчонка. А тут балдеть решили все. Все решили чуть-чуть побалдеть. Поцеловаться, пообниматься, потискаться. Ну, а мы всем желаем доброй ночи, хорошего вечера, сладких снов. Лялюшка вот точно всем желает, да? Ой, целовашки и у Ляльки начались. А тут возюкалки мамку. Мамка говорит, давай с тобой еще побесимся перед сном. А мамка и довольная валяется с малышами со своими. Да. Всех целуем, обнимаем и до завтра, наши дорогие.